всех с наступившим новым 2022 годом. Ну что, сегодняшний влог у нас будет из Сочи, с югов. Снега не будет, а будет парк развлечений. Вот, отель «Богатырь», где-то вот там у меня находится, вот там вот. Приехали с малыми на 3-4 денька потусоваться. Говорится, нужно еще немножечко и отдыхать. Все-таки как Новый год встретишь, так его и проведешь. Мы с Максом его встретили с 31 на 1, когда закидывали в приватный раунд интересного проекта. А теперь можно 3-4 денечка покайфовать. Но при этом у нас остаются эфиры. Сегодня понедельник, я записываю эту часть в понедельник, у нас был нормальный эфирчик, очень интересный. Начали рассказывать там и про ОХМ, и про абракадабра спел, куда закидывают киты в 2022 году, как они планируют увеличивать свой капитал. Мы тоже будем за этим всем следить и, наверное, немножечко отдельно тоже по блокам разобьем, отдельно расскажем про Olympus DAO, как оно работает, там интересная система с бондированием. И потом еще разберем проекты типа Spell Abracadabra, как там можно с левериджем воспользоваться Borrow протоколом. Интересная штука, когда вы можете под эфир занимать их стейблкоин MIM, он равен $1, да, и, соответственно, получать его больше, ну, в перспективе, там, APR, может быть, до 100%. И там есть такие штуки, где пары со стейблкоинами, которые тоже можно было докручивать до 115-112% годовых. Это очень интересные схемы. Да, там может быть риск потери, да, когда наступает margin call. Если вы положили эфир, и эфир пошел вниз, допустим, меньше $3000, вы можете получить margin call, и, как бы, ваша позиция закроется. Но, как говорится, за риск там и есть реворд. Нужно за все платить. В общем, много интересного, я думаю, нас ждет в этом году. Всех еще раз с наступающими. Январь, думаю, будет крутым. Сегодня, кстати, на эфире говорили, что статистически с 18 года по 21, да, от 7% до 36% биткоин дорожал в январе. Обычно в первой половине. Надеемся, также будет и в этом январе. И биток подорожает. Так, ребята, всех поздравляю, кто участвовал в сейле Акала, начислили Акала в ваш Polka.js. Значит, для того, чтобы увидеть Акала, вам надо ваш аккаунт здесь переключить, откуда вы закидывали, на сеть Акала. Далее переключить здесь, выбрать Акала сеть, тоже переключить. И у вас в настроечках вот здесь вот появится обновить метаданные. Вы их обновляете, и у вас все появляется, все вы видите, нажимаете обновить страничку F5, и все прям отлично. Значит, я заходил на официальный сайт Акала, смотрел, сделали они уже что-то или нет. Пока что у них платформа в тестовой сети находится, цены у токена Акала тоже пока что нет. Ну, в общем, мы еще ждем, следим за обновлениями, как только что-то появится, обязательно вам дадим апдейт. Solaris опять подорожал до $2, но с учетом того, как здесь мощно фармится, это прям круто. То есть мне за пару дней фармится сейчас $600, ну, сумасшедшая какая-то доходность, и я потом далее это все дело стейкаю. У меня уже почти 11 тысяч 3 Solaris, а это на $22,000. Это, короче, мощно. Это самый доходный получился проект, самая доходная фармилка ever. Вообще, когда я куда-либо залетал. Кстати, у нас в Академии есть курс по 3 Solaris. Можете переходить и посмотреть. Еще из крутых новостей. Metaverse Index добавили на CoinGecko и CoinMarketCap. Это прям большая победа.
теперь больше людей узнает о этой всей истории. Это прямо круто. Индексы продолжают качать, прям взрывают. Нас это радует. И история с индексами в долгую, конечно, очень привлекательно выглядит. Мы в них верим и продолжаем постоянно увеличивать нашу позицию в индексах. Вот такие вот дела, ребята. Всех обняли. Прочитал только что интересные мысли от чувака, который купил NFT-шку за 5,8 миллиона долларов. Точнее, даже это NFT-шка, но это не какая-то картинка, а это специальное зелье, которое позволяет мутировать другой картинкой. Это из серии Bored Ape Yacht Club. То есть есть вот эти обезьяны, есть обезьяны-мутанты, но чтобы обезьяна ваша мутировала, вам нужно к ней применить специальное зелье, так называемый серум. И вот он купил вот эту бочку с этим зельем за 1400 там чем-то эфиров, ну, грубо говоря, 5,8 миллиона долларов оно стоило. И вот он говорит, а зачем мне эта штука? Во-первых, я убедился, что вот мутанты, обезьяны, то есть Байк и Майк, называется сокращенно, да, вот эти две коллекции, у них есть партнерство с Animoca Brands, они должны выпустить свою игру, возможно, они выпустят свой токен. И он говорит, что на сегодня вот обезьяны и панки, это как биткоин и эфириум, и скорее всего они такими же и останутся, это супер, типа крутая штука, супер крутые вещи, вот, которые уже никуда не денутся, не уйдут. И он не будет продавать вот эту обезьяну и не будет ее сейчас мутировать. То есть у него останется обезьяна, которую он может к ней применить, и вот это вот зелье. И вместе, за счет того, что может выпасть еще супер рарная, там, золотой мутант какой-то или еще что-нибудь, да, то есть в перспективе эта штука может стоить не 5 миллионов, а там 7 миллионов, там, не знаю, 10 миллионов. То есть он, грубо говоря, дешевле, чем 4800 или 4700 эфиров не собирается продавать. То есть это там сумасшедшие какие-то деньги, и делаются такие ставки. Поэтому вот, ребята, вам и NFT. Нужно уметь выбрать, да, ту коллекцию и иметь Diamond Hands, то есть не продавать раньше, потому что был чувак пранский, по-моему, у него было 1500 обезьян, которых он наминтил, ну, по минимальной цене, а потом их продавал за 1-2 эфира, делал там 3, 5, 10 иксов на этом и думал, ох, нифига себе, какой я красавчик, какой я молодец, но по факту сейчас оказалось, что он поспешил. То есть всегда оставляйте себе 20, там, 15, 30% токенов, NFT-шек, на всякий случай ваш специальный мунбэк, так называемая лунная сумка. И если вдруг будет когда-то супер какой-то выстрел, да, постарайтесь держать до конца, никогда не продавайте, пускай в вашей сумочке хоть что-то чуть-чуть остается. То есть вот такие мысли. Всегда у вас должен быть мунбэк, ваша лунная сумка, которая затащит потом вас на Луну.